с вами в токарочке доверили мне вот такую железягу проточить. Пока парни точат не вал, точим здесь. Изредка подливаем соль, потому что не подключено на станке. Точим проход. Как-то так. А сами вон стоят, за тем станком работают. У них там бурное обсуждение темы. Задачу. У меня ответственная работа. Продолжаем тему с мотособакой. Сегодня надо ее собрать. И вчера съездил, выточил вал. Ну, не новый, соответственно, а старый восстановили. Поднаварили, проточили заново под посадки под подшипников. С этой стороны тоже посадку сделали. Потом было здесь вот на неподвижной тарелке от старой втулки. Было как бы съедено. И сделали новую втулочку дистанционную. То есть вариатор все сейчас собираем. Ну и соответственно вся подвесочка разложена. Сейчас все помажем, все подшипнички заменим. И все обратно установим. И соберем эту овчарку. Можно отдавать, завтра будет. Сегодня не отдать, потому что уже поздновато время. Ну и соответственно и клиент приедет только завтра. По подвеске все подшипники получились. Один только подшипник. Один подшипник в подвеске был более-менее хороший, но вскрыли его, он там весь внутри заживел. Поэтому купили все подшипники новые на все тележки, на два вала, на вариатор, оба новые. То есть сейчас соберем вариатор и будем устанавливать. Так, овчарку собрали, готово на выход. Пригнали буран. Буран приехал с Вологды. Включи фонарь. Приехал с Вологды, не работает мотор. Ну, я его еще не запускал, пока тут надо будет, пока все подразбираем. И такая вот история, смотрите. Пусти вот так. Вот есть на карбюраторе Микуни у нас прямой впрыск. Трубочка, да? Вот сюда. Человек говорит, что типа он работает то на одном цилиндре, то на другом цилиндре. То есть трубка есть, она не заглушена ничем, да, сюда подается прямой впрыск. Вот стоит праймер. Праймер, шланги от праймера, хуяк. И идут вниз, блядь. Вот они, приходят сюда. Под низ. В впускном коллекторе еще врезан один штуцер. То есть впускной коллектор стоит от К65. Типа К65. И на К65 там же нету как бы такого штатного штуцерка, как на Микуни, да, прямого впрыска. Там сделано, вот, делается вот сюда прямой впрыск. То есть коллектор от К65, наверное, переделано, перенесены шпильки. Не знаю, еще не разбирал. Но это надо будет, скорее всего, переделать. Тут надо прессовать этот мотор. Ну, по факту, вот он, подсос воздуха вот здесь. Вот через эту вот маленькое отверстие. Вот такое маленькое отверстие может выебать весь мозг. То есть, парни, не забывайте про него. Много было таких случаев, что пишут там, типа, собрал мотор, все, вроде все новое, и все равно не работает, типа, есть подсос. Начинаешь спрашивать у человека, выяснять, как бы, что покупал там, что менял. Он говорит, типа, впускной коллектор менял, сразу хоп. А типа на впускном коллекторе, посмотри снизу, там, ёпта, дырка есть, туда штуцер вкручивается. Человек посмотрит, действительно, да, там дыра на, получается, заводская дыра на М4 резьба, то есть, и туда штуцер, это как бы, ну, он купил коллектор, а без штуцерка, штуцеровка отдельно продается, вот, и получается у М4 дырка во впускном коллекторе, и поэтому на холостых, это, вот такой подсос, он покажется только на холостых. То есть на холостых мотор будет то на одном цилиндре работать, то на втором цилиндре работать, ну, как бы, или на одном цилиндре работать, на правом или на левом. То есть могут поочередно мотор, ой, как бы цилиндр работать, но он будет один хуй на одном работать. Только ты немножко газку даешь, хуяк подхватывает сразу второй, и мотор как бы на оборотах работает нормально. То есть на оборотах этого незаметно. А только на холостом он один цилиндр отключается, его как гушат. Так что так,
Обращайте внимание на такое вот, такие мелочи, они могут вынести весь мозг. А так снегоход приехал. Хотел ручку уже открутил. Коробка не переключается передача. Что-то с, или с вилкой что-то, или с шестеренками. Надо смотреть, разбираться. Может, ось лопнула. Ну и мотор, соответственно, не работает. И ходовка. Подвеска. Подвеска тоже интересная. Вот смотрите. Вот многие любители, да, и много вопросов задают. Типа того, что по гусенице. То есть, видите, какой тут угол атаки? Ну, то есть, как бы, вот гусеница начинается в этом месте у нас, и угол атаки гусеница не касается пола до первой телеги. А должен быть угол атаки вот такой. Вот он, видите, правильный угол атаки. То есть, гусеница и первая телега, она уже практически гусеницу вот в этом месте уже прижала. Вот, это, ну, это мой снегоход. То есть, вот так вот. А тут вот так. То есть гусеница идет, идет, плавно, плавно, плавно. И только у второй телеги гусеница. Вот у второй телеги можно еще руку подсунуть практически туда. Ну там 5 мм зазор. И на той стороне точно так же. А все это происходит из-за того, что я сначала-то и не мог понять, почему это так. А потом уже, когда на следующий день сидел, тут курил и смотрел на этот буран. У него первая телега штатное место крепления, вторая телега поднята сантиметра на, наверное, 2,5. Вот кронштейн, видите, перенесен. А третья телега перенесена на 5 сантиметров. И получается, у него получился еще и сзади угол атаки. Задний угол атаки — это хорошо, но страдает передний угол атаки. Снегоход не поедет в ЦО, то есть он в снег не будет ехать толком. Вот как-то так. То есть переделка вроде бы и полезна, он задним ходом будет ехать, но страдает из-за этого передний больше ход. И очень сильно нагружается лыжа при таком, ну, при таком расположении жопы, да, будет, ну, рулиться будет получше, но будет руль очень тугой. Вот. Если вы хотите жопу поднять, то это сделать можно просто задние две тележки ставите трехпружинные. Они немножко пожестче, и они как бы жопу немножко приподнимают. Но они устанавливаются как бы на штатный крепеж. То есть за счет этого, за счет двух всего трехпружинных тележек, как бы жопа будет... Ну не будет такого, что один человек сел на буран, и буран как бы так получается раз, морду приподнял, ну жопа просела. Такого уже не будет, он как бы будет в горизонте стоять. Ну, он не должен в горизонте стоять. То есть вот снегоход, да, он стоит в горизонте, у его рама в горизонте. Хоть и подвеска у меня, да, как бы все спрашивают, а маятниковая подвеска сделана. И многие задавали, типа, у тебя, ну, не задавали, а у тебя, типа, говорили, что у тебя жопа высоко. Да у меня жопа не высоко, у меня вот он, что здесь расстояние, что сзади расстояние. Сзади на сантиметр всего выше сделано, или на 0,5 сантиметра выше сделано, но... С учетом того, что ты на него садишься, и эти 0,5 сантиметра сразу как бы жопа приседает на 0,5 сантиметра. И он стоит в горизонте. Так, пацаны, вообще, ребята, достали монстра на от стенки. И надо его перегнать к Сережке в гараж. Да? Да, да. Так, план действий. Надо запустить. Запустить, потому что он не запускался уже месяц. Ну и выехать, телегу приготовили. Сейчас выгоним, все загоним, перегоним и поедем туда. Вот у нас и новый домик. Пусть пока тут постоит. Недолго, недельки может. Полторы-две. Может месяцок. Блять, у нас красный нахуй, как у Дед Мороза. Постоит тут, а потом будем им заниматься. Маленько на к сезону подшаманить. Мелочевку добить, будет все ладно. Хотел, конечно, покрасить в этот год. Блять, как обычно, уже сезон начинается. И этот. И надо делать. Не буду красить. Этот сезон еще добью. И следующий сезон, может, покрасим, если не продастся. Место вроде бы свое увез. Казалось бы, больше, но сюда поставили пока эту. Разобрали. Конец всей коробки пришел, поэтому разобрали.
И задний вагон вот такие. Тут звездочки вот такие. Стильно, модно, молодежно. Подшипник остался тут, подшипник развалился. Ну да, нормальная звезда. Ну и вторая такая же почти что. И самая проблема то, что подшипник остался обойма вот там. Смотри. Ну он ее там видит. Вот так люди ездят. Так, сейчас еще покажу гусеницу, если она той стороной. Не той стороной. Ну там, короче, гусянки одной стороны практически нету. По коробке. Сама свалилась. Нормальная тема. По коробке. Вышибала передачи. Ну вот видно, да? Нету свет, все сгорело. Вот раз, два, три. Из пяти ламп три сгорели. Блин, говно. Заказал другие. Нету фокуса. Ну видно, что зубья сбиты. Видите, они все закругленно. Из-за этого вышибают передачу. Так, это раз. Эту шестеренку подъела сбоку. Вот тут зубья сбила. То есть эти обе шестеренки под замену. Залвать заднего хода. Вот такой. Тут вообще практически нету. Нету зубьев. Так, а вся проблема, знаете почему? Сейчас вам объясню. На снегоходе стоял только один тормоз. То есть вот этот, на валу заднего хода. Этот тормоз у нас работает только тогда, когда включена передача. То есть, когда снегоход едет, его можно будет остановить. Такие тормоза сейчас устанавливаются на новые бураны. Типа тормоз нового образца называется, да? И тормоз идет от Таги. Вот. На этом же снегоходе было два тормозных диска. Один прикручивался, вот он, часть его прикручена вот здесь на полумуфте. Но так как он отвалился, его, наверное, ну, он лопнул. Его, наверное, отпилили и выкинули. То есть вот этого тормоза не было. А вот этот тормоз старого образца, который стоит за, ну, на полумуфте, да, на ведомом вариаторе, он останавливает именно вариатор. Что происходит? То есть при включении передачи, когда немножко неправильные вариаторы настроены, ведомый вариатор крутится, и задняя передача обычно включается с хрустом. Так вот, весь хруст, вот он, на шестеренке заднего хода. Вот что хрустит. Почему хрустит? Потому что коробка без синхронизаторов. То есть синхронизатор — это, например, такая штука, которая при включении, ты когда передачу включаешь, шестеренка сначала приостанавливается и включается. А тут нету. То есть шестеренки крутятся на полном ходу, и ты пытаешься врубить передачу. И некоторые еще есть. Ну, это полные идиоты, нахуй. Хрустит она, блядь, хрустит. И похуй, надо ее воткнуть. Да включи ты сначала, блядь, первую передачу, а потом с первой на вторую переключись. Ебаный в рот. Или тормоз нажми. Вот как-то так. Вот и тут так же, нахуй. Хрустело, блядь. Да что да хрустело, пиздец. Перестало переключаться все. Вот. Потом. Снегоход не на один день. Потому что будем заказывать. На его трехрядку поставим. Комплект. Пока ждем комплект. Пусть он тут тусуется. И потом покажу по ведущим валам. Объясню. Ну, пока снято и пока видно, да. Объясню, для чего нужны шайбы. Вот, как-то так. Сделал две подставочки себе. Одна. И вторая. Как-то вот так. То есть, тормоз, парни, тормоз должен быть даже на бураны нового образца. Нового образца можно поставить тормоз старого образца. Только вам нужно будет просверлить. Там места есть в полумуфте, просверлить три отверстия на 8, установить. Ну, это можно сделать будет просто на полумуфте сделана проточка под тормозной диск. Диск одевается, через отверстие диска кернится, просверливается, нарезается резьба на полумуфте, прикручивается тормозной диск. И нужен будет кронштейн руля нижний, который устанавливается на коробку нового образца. Ой, фу, не нового образца, а
старого образца под два тормозных диска. Они в продаже есть. Можете у нас заказать, у нас тоже есть. В группе ВКонтакте, через группу ВКонтакте можете заказать, написав мне в личное сообщение. Все, пока что. Так, ребятки, следующий день. Пригнали еще одного. С просьбой поставить зажигание, но зажигание я снял, остатки, ни коммутатора, ничего нету. Выявилась такая проблема. Смотрим. Здорово. Выявилась такая проблема. Вот я берусь за коленвал, то есть, да, и шатаю. Наверное, слышно, что внутри мотора брякают поршни. А если взяться со стороны зажигания, этот эффект еще больше. То есть разъебаны подшипники коленвала. Соответственно, никакие даже новые сальники будут держать, старые сальники не будут держать. Вот, поэтому созвонился с хозяином. Объяснил ему ситуацию. Еще-то минус в чем? То есть, если когда подшипник коленвала разъебан, то получается, когда поршень идет вниз под давлением газов, он давит коленвал, шейку коленвала вниз давит. Когда поршень полетел вверх своей массой, он как бы шейку коленвала поднимает кверху. И получается, маховик ходит овалом. И это будет, так как зазор между маховиком и основанием, катушками основания, маленький, то будет в какой-то момент задевать за основание маховиком и сгорит или зарядная катушка, или датчик, или световая катушка. То есть поставишь новое зажигание, он там 2-3 раза съездит, да, даже не 2-3 раза, а не успеешь из гаража выехать, снегоход будет ебать мозг, просто выносить этот мозг. То есть он будет работать то на одном цилиндре, то на другом цилиндре, может вообще не работать. То есть проблема будет. Это объяснил все это хозяину. Решили просто перебрать двигатель. Заодно в моторе я вчера мерил компрессию. Компрессия здесь получается у нас с восьмого рывка набивает восьмерку. Это очень плохо. Хоть и восьмерка, но это очень плохо. Восьмерку должен бить мотор максимум с третьего рывка. То есть первый рывок 4, второй рывок 6 и третий рывок 8. Вот так вот. А тут там с 8-го, с 10-го раза. И получается. Ну давай, иди, Серый, подергай там. Сейчас я вам покажу. Это у нас правый цилиндр. Смотрите. Сейчас, подожди. Три. Давай. Три. Четыре с копеечкой. 5,5. Это 4 раза было, да? 3 раза? Давай. 6. 4 раза. 5. Давай. Семерка еще не. 5 раз. 6 раз. 7 раз. 8 раз. 9. 10. Ну давай еще. Ну вот, восьмерочку он наколотил. Но это 12 раз это дернуто. То есть такая компрессия никудышная. Это не компрессия. Вот. По ведомому вариатору, то есть эта тарелка нормальная, неподвижная, а подвижная тарелка вот так вот двигается. Пальцем двигаю. То есть это полумуфта или разбитая шпонка. Разбита шпонка, и у полумуфты просажена посадка. Она должна в посадка должна в натяге, а ее нет, этого натяга. Потом вот такой у нас выхлопной патрубок. Вот такой вот. И вот тут, блядь, то ли мыши, то ли тараканы грызли. Не догрызли маленько. Осталось. Короче, поменяем. Нанотехнологии. Блять, такое я вообще первый раз вижу, нахуй. Просто нанотехнологии ручного стартера. Вот. Пацаны, нахуй ручки покупать. Вот. Вообще охуенная тема. Он даже работал. Зато какая длинная шнурка. По шее прям.
Поэтому на снегоходе прикручен пока что мой стартер. Временно. Ну такой повидавший виды снегоход. Как-то так. Ладно, пока Серый там разберет, мотор скинет, я соберу мотор, на котором делали опрессовку. Ну, видео снимали, по которому опрессовку. На его собрать. Потому что в выходные приедут и его заберут. Вот. И наконец-то вчера доделал тельфер. Все повесил, все работает. Все ездит. Все ездит. Ну и как вы заметили, буран стоит на подставках. То есть он поднят. И теперь не надо. Вообще офигенно стало. Надо было давно это сделать. Теперь не надо. То есть стоишь, и у тебя мотор на уровне пояса. Ну даже выше пояса. То есть не надо раком стоять и что-то там ремонтировать. Как-то так. Ладно, все, занимаемся. Что-то будет интересно, все покажем. Так. Первое. Ну, разобрали блок, да, уже бошки открутили, но сейчас я вам покажу, блядь. Это не Серый блок. Видите? Так. Блядь, что у нас получается? Верхнее кольцо, видите, стопор. Стопор верхнего кольца ровно посередине выхлопного окна. Что это обозначает? Или поршень стоит наоборот. Левый поршень перепутан как бы сторонами. Или же стоит два правых поршня. Что тоже может быть. Ну, сейчас скинем. Скинем, будет видно. Блять, нежелательно бы, чтобы там два правых поршня стояло, потому что у меня нету таких поршней. Там поршни стоят еще старые и кольца. Вот кольца уже не поменяем, потому что там кольца прямоугольные. Так. Собрал я картерок. Смотрите, как вообще. То есть у нас получается коленвал на четырех сальниках, то есть два сальника посередине стоит и два сальника по краям, и крутится просто на изи. То есть коленвал я отцентровал, биение на самое большое биение 0,03 здесь, на этой шейке 0,02 здесь и соточка посередине получилось. Его не зажимает, он крутится вообще просто как надо. Оки-чпоки. Начали отмывать, и тут вот такая беда, трещина со всю коробку. То есть это вот так лопнула, не выдержала, лопнула. Все, на сегодня все. И на этом, парни, будем завершать наш бложек. Мы сейчас еще с Сережкой попилим дровишек маленько. Надо вот эти две досочки распилить. И там в багажнике, целый багажник еще дощечек. На этом все. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Подписывайтесь на Инстаграм. Все, парни, всем удачи, всем пока. Катайтесь, не ломайтесь.